Здравствуйте, мои друзья, подписчики моего канала «Жизнь Андреевич». С вами, как всегда, Андрей Андреевич. Сегодня я вам расскажу, как я готовлю салат мимоза. Быстрый рецепт и очень вкусный. Попробуйте, пальчики оближите. В общем, ребят, мне понадобится морковка вареная, значит, сайра, ну, сметана или майонез, как вы будете использовать, все по вкусу, все по-разному, и картошечка. Значит, что мы делаем? Сначала лучок мы нарезаем, мелко так нарезаем. Лучок у нас. Плакать пока неохота. Так, еще, ребят, я вот так еще делаю по-быстрому, чтобы это помельче. Пошинкую. Так, ребята. Почему я с лука начал? Потому что ему время надо помариноваться. То есть, получается, сейчас мариновать его буду, пока я другое резать буду. Так, ребят. Кипяточком сейчас зальем лучок. Так. И добавляем мы уксус. Столовый, 9%. Обычно две крышечки я делаю. Две крышечки. Ну, давайте переделаем. Три крышечки. От белка отделять. Так. Отделяем. Так. Так. И это мы потом, конечно, через терочку натерем, и желток, и белок получается. Насчет сайры. Ну, кто что использует? Я сайру использую, да? Сайру использую. Водичку, конечно, уберем. Ой, сайра такая свеженькая. Отличненькая такая. Ой, салат, ребят, вот мимоза моя любимая, прям... Я так люблю ее. Вот пюре люблю, пюре. Вот каждый день хоть пюре ел. И салат мимозу. Еще если сам приготовишь. Вкус уже такой, даже вот рыбка свежая. Так, рыбку мы убираем. Паузу. Ребят, переходим к картошке. Тоже нарезаем ее. Паузу нажми. Ребят, ну все, сейчас начнем. Значит, на терочке морковочку натерем. Выключали уж? Сейчас не будем времени. Так, ребята, сейчас яйца, яички. Выключай. Так, ребят, и желточки тоже. Мелко. На доске натираем. Яички тоже свеженькие. Яйца, кстати, тоже вот берите. Лучше домашние, если есть возможность. Если нет возможности, ну, хотя бы выбирайте тоже. Лучше, конечно, домашнюю сметану. Но домашней сметаны нету. И кто-то майонез добавляет. Но мы сметану саткинскую. Очень вкусная саткинская сметана. Так, делаем прослоечку. Так, делаем прослоечку. Так.
ручку. Сейчас берем, получается, белок. Выключаешь. Так, ребята, выложили мы. И самое что интересное, вот самый пик и вкус сметану делаем с майонезом. Именно вот здесь, в серединке. И это вот новый, так сказать, способ мой. И мне почему нравится, и он необычный и быстрый этот салат, потому что мы перемешиваем сметану с майонезиком. Переходик такой, так сказать. Так. Так, морковочку ложим. Берем картошечку. Натерли, сейчас еще один момент, ребят, сметану здесь совместно с майонезом. Ребят, и напоследок желточком все сверху посыпаем. Выключай. Ребят. В принципе, салат готов, объедение очень вкусно, но я всегда яиц больше варю. Для чего? Для того, режем, может кто знает, на половиночки. Ребята, ну в принципе все, салат готов, объедение, мой рецепт, салат мимоза от Андрея Андреевича, Жизнь Андреевича ТВ. Подписывайтесь, ставьте лайки. Не забываем в комментариях делиться, как бы, какие у вас рецепты салата мимозы. И обязательно комментируйте это все. Не забывайте подписываться, ставить колокольчик, нажимать на колокольчик, вернее, чтобы вам приходило новое видео. И, кстати, забыл еще сказать, ребята, эту мимозу, вот еще один плюсик мой, мимозу надо кушать шампусиком, шампанским. Сейчас мы это будем делать. Ребята, всем пока-пока.